палящее солнце, шум экскаватора и непроходимые лужи в полях после летнего дождя. Вот она, романтика археологических раскопок. Так работу ученых видит обыватель. Сколько тонн земли здесь перекопали вручную, никто не считает. Как на самом деле раскрываются тайны древних курганов, часто остается за кадром. Журналистов интересуют результаты этого труда. Это мусульманин, который лежит головой на запад, а лицом на юг. Как и положено, потому что все прекрасно знают, что в той стороне, на юге, располагалась святыня мусульманской религии – Мекка. Кто этот человек, сколько ему было лет, из-за чего умер и чем питался – все это смогут выяснить антропологи после детального анализа. Пока известно только, что погребение произошло в середине 18 века. Оно самое молодое из найденных в этом кургане. А вот самая древняя находка. Ей около 5000 лет. Пока видна только верхушка изваяния, но ученые уже знают, что стоят на пороге большого открытия. Это типичная каменная баба. На языке археологов это значит надгробная плита. Ее высекали, повторяя фигуру человека, и устанавливали на вершине кургана. Они бывают очень разные, эти каменные стелы. Но такие вот выразительные, хорошо отесанные, с хорошо выделенными плечами, головой. Мы пока еще полностью не представляем, как она выглядит, но они представляют довольно большую редкость. Где-то 4000 лет назад здесь же появилось и такое захоронение. Обряд и культура кардинально отличаются от всего, что здесь встречали раньше. Именно так погребали своих родных те, кто занимался скотоводством на этой земле. В древности люди верили, мертвому предстоит далекий путь в загробный мир, потому покойных снабжали едой на дорожку, например, куском мяса. Здесь рядом останки коровы, тут же глиняный сосуд. Содержимое этого горшка будет проанализировано сразу в нескольких лабораториях, возможно, и мы узнаем, что там было. Мясной бульон, каша, молоко. Сколько еще тайн хранит самый большой в Приднестровье курган, археологи пока только догадываются. Здесь уже нашли сотню древних захоронений самых разных эпох и разных народов. Раскопки продолжаются.